Привет всем! Сегодня мы будем распаковывать вот такую посылочку, которая называется «Попробуем еду со всех стран». Каждый месяц мне приходит вот такой пакетик. Я не знаю, что в нем находится. Вот сегодня у нас здесь находится. Мы посмотрим, что. Та-дам! И у нас здесь находится продукция со Шпании. Вот такие книжечка здесь с разными ихними продуктами, с ихними городами и вот с такими разными продуктами. Здесь вот фотография или открыточка вот такая. И будем смотреть, что у нас здесь такое. Вот какие-то такая шоколадочка. Я такие еще не видела. Микки Маус чипсы. Я тоже таких еще не видела. Это со Шпании. В Германии таких нет. Не знаю, как в России. Читос, по-моему, в России есть такие, да, читос? Но у нас здесь таких нет. В Шпании вот такие они. В Германии я их не видела. Вот такие Луис чипс. У нас есть в Германии Луис чипс, но не такие. Таких у нас нет. Как говорится, в разных странах разные продукты. Вот какие-то сладости, смотрите, разных форм. Мы сейчас их тоже откроем, посмотрим, что там внутри. Вот такие конфетки какие-то. Вот, смотрите. Потом вот у нас такие сладости еще. Такая нямка, ням-ням-нямка. Что у нас еще здесь? Мальтесер. Новые, видите? Та-дам! И напиток Кас Лимон. Не знаю, видели вы такой или нет. Я еще не видела. Вот такая продукция у нас. Посмотрим. Что же здесь у нас внутри? Вот смотрите, какие здесь вот такие интересные. Попробуем. Кислые, но вкусные. То мы еще попробуем. Ну, посмотрим, вот что здесь внутри. А здесь вот такие маленькие конфетки. Ничего, вкусные, можно кушать. Молочные. Отлично. Вот такие у нас сладости пришли. В следующем месяце придет мне новая посылка. Я еще не знаю, с какой страны. Поэтому подписывайтесь на мой канал. И будем смотреть новые распаковки других стран. Благодарю вас за просмотр. Не забудьте подписаться